Добрый день. Тяжело вспоминать первые дни, как мы сюда добирались ночью. Вот, приехали мы 2 марта, как раз в разгар, из-под Одессы, где в это время были обстрелы. Вот, мы проехали с семьей, с маленьким ребенком. У меня дочь здесь. Вот. 7 месяцев грудному ребеночку. Спасибо Болгарии. Приняли нас. Ночью поселили. Вот в Балчике поселил нас ательер «Пламя». Ему огромнейшее спасибо. Вот. С тех пор мы в Болгарии. Я была после операции. Сложнейшая операция, после перенесенного ковида, во время операции тоже. Здесь мне помогли очень здорово. Здесь определили мою остальную болезнь. И сейчас определили, лечат. Вот. А сейчас поселили нас в рай. Мы в раю. Спасибо большое Баларии. Кормят, поят. Лечимся, выздоравливаем. И спасибо нам за все. Первым, кто мне очень здорово еще помог получить все документы, это была Невелина. Это была девушка, которая была занята. С самого первого взгляда посмотришь, человек занят с утра до ночи. Но она уделила внимание, она помогла. Она реально помогла. Большое и огромное спасибо.